Три пожарки во дворе. Мне тут говорят, что вы фотографируете, вызываете пожарку. Но там три пожарные бригады во дворе, МЧС и скорые. Многострадальный домик. Вот здесь был взрыв в прошлом году. О, зеваки. Опа, повалил. Наверное, открыли дверь и попал туда кислородик. Нехило так. Кто думает, что мы просто снимаем и нет пожарных, это не так. Три пожарные бригады со стороны подъезда. МЧС и больничка, скорая вернее. То есть там работают много-много людей. Видео выложил минуты три назад, как они там работают. Причем я первый подошел снимать, никого не было, увидели, что снимаю, и зевак увеличилось. То очень сильно валит дым, и не валит. С одного окна черный. Коронавирус, корона. Кстати, нарушение правил самоизоляции и дистанцирования, так что я буду закругляться. Пожарных много, разберутся, уверен. Давайте, ребята, осторожнее с огнем.